Зная, что мы не позволим тебе захватить нашего союзника Литву без ответного удара по Пруссии, великий магистр ответил. Тогда я лучше ударю по голове, а не по конечности. Нападу на деревни и города, а не на заброшенные села. Таким образом, Ульрих фон Юнгинген объявил войну. Желаю вам правления мудрого, справедливого и спокойного. Сейчас нам не до покоя. Сейчас нужно бороться с неверными еретиками. Вперед, братья! Много крови прольется, но зато тысячелетие незыблемо будет власть христианства, правосудия. Великий магистр Родина! Аэро! Аэро!